Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь играть в мобильные игрушки. Считаю. Раз, два. Привет, ребята, меня зовут Алексис. У нас сегодня крутая подборка, 12 игр. Начинаем с игры Flying Cat. Это у нас, ребята, очень залипательная игра, 44 уровень. Let's go. У нас есть такое вот лезвие, нам нужно собрать как можно больше других лезвий. Так вот, по троечке собираем. Такая, знаете, расслабляющаяся игрушка. Отлично. Rainbow. До финиша мы немножко не дошли. Что? Не хватило нам, ребятки, еще одной лезвии. Представляете? Ладно, бонусный уровень. Погнали. Вот сейчас мы можем рубануть с вами достаточно много денежек. Потом за эти деньги мы можем, ребятки, с вами что-то даже попытаться купить себе. Так, отлично. Смотрите, какие волны. Но здесь нереально, ребятки, здесь нереально слопать все деньги. То есть, большую часть из них, да, возможно. Но не все. Но, к сожалению, не все. У нас достаточно много денег на счету, ребят. Давайте посмотрим. Можем мы себе позволить купить новое лезвие? Нет, у нас 112 тысяч, а чтобы купить новое лезвие, нам нужно 250 тысяч. Ну, довольно-таки много, да, ребят? 112 и 250. Так, давай. Как-то все очень медленно происходит в этом уровне. Ой-ой-ой, сколько там было лезвий. Да, в этот раз, ребятки, мы с вами практически все лезвия упустили, к сожалению, к огромному сожалению. Traffic Escape, ребятки, следующая игра. И как же нам здесь разобраться? Давайте будем потихонечку отсюда выруливать. Так, потихоньку. Это прямо едет. Это сюда поехал. Так, это сюда, прямо. Так, отлично. Пока что все очень и очень хорошо у нас. Так. Еще заметьте, ребятки, мы ни разу не врезались никуда. Так, прямо. И все, ребятки. У нас оставалось еще 10 движений. Мы могли 10 движений с вами сделать, но мы и так как бы все прошли. Так, бронзу мы с вами заработали на 13 уровне. Игра усложняется. Тут я уже вижу, пешеход ходит, да? То есть, типа, с пешеходом мне должно быть сложнее. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Может быть, с пешеходом будет немножечко сложнее, хотя... Посмотрим. Так, все. Вот и мы, в принципе, и с пешеходом с вами, ребятки, с легкостью разобрались. То есть и не сбили его даже ни разочку. Классно. Так, какой-то приз от игры. Чем мы там выбили? Ничего такого, да? Так, ладно, поехали. Следующий уровень. Так. Так. Потихонечку, ребятки, разъезжаемся. Так, все, низ мы полностью с вами освободили. Так, низ полностью освобожден. Еще, ребят, ни разу не врезались. Так, тут, ага. Ой, как нам тут поступить? Ой. А, вот, сначала это нужно было убрать машинку. Ну, видите, один раз, ребят, врезались. Один разочек случайно. Хорошо, давай пройдемся с тобой еще один уровень. Ребят, ну если вы еще не поставили лайк, пожалуйста, поставьте и подпишитесь на мой канал. Вам не сложно, но мне будет очень и очень приятно. Так, бонусный уровень какой-то. Не хочу я проходить бонусный уровень. Мне нравятся вот такие вот уровни. Так, ладно, поехали. Так, сюда и сюда. Отлично. Weapon Master, ребятки, let's go. Так, немножечко прокачали наши скиллы и поехали. Так, тут, короче, нужно, ребятки, как можно больше пулек собрать. Так, давай. Ой, как здесь у нас пулек-то много получается. Чем больше у нас здесь будет магазинов, тем больше, получается, мы возьмем пушек. Раз, два, три, четыре. Да ладно, все пять возьмем?
Все 5 пушек. Ребята, это очень круто. Это реально очень круто. Так, немножечко прокачиваем сейчас урон. Отлично. Так, еще урон прокачаем. И прокачиваем Fire Rate. Еще 30-ка. Вот еще Fire Rate у нас, можно его прокачать. Так, давай. И все. Вот так вот мы, ребяточки, его прокачали. Но несмотря на то, что у нас здесь 5 пушек, ребят, я думал, что мы как-то больше наши скиллы прокачаем. Но, к сожалению, не смогли дойти мы до вертолета. Окей, ребятки, а давайте мы сейчас прокачаем больше рейд и больше урон. Так. Я думаю, что если у нас будет там на одну пульку меньше, ничего кардинального это особо не поменяет. Так. Видите, здесь либо мы через врата проходим, либо просто пульки берем. Ну, в принципе, я думаю, что, ребятки, у нас тоже должен быть полный комплект. Но на этот раз у нас все-таки немножечко лучше прокачано все. И последняя пушка, да, действительно, у нас полный комплект. Отлично, все 5. И из-за того, что у нас прокачан урон... О, класс! Так, прокачиваем Fire Rate. Ну, неплохо, неплохо, ребятки. Так, больше вижу, что там врат уже никаких нету. Можно было, конечно, посмотреть рекламу и получить вот такую вот какую-то крутую пушку. Почему все так медленно происходит? Давайте быстрее немножечко, ускоряйтесь. Ну же, ускорейшн. Все как-то очень медленно. А, вот, отлично. Хотя бы одни врата еще здесь есть. Ну, наверное, не сильно, ребятки. Сейчас... Ну, немножко лучше прокачали мы пушку, чем в прошлый раз. А ну, поставим мы рекорд. Вот High Source, это лучший результат. Будет у нас лучший результат еще один. Давай. Нет, к сожалению, ребятки, не будет. Гримас Стори, ребятки, это 6-й эпизод. Нам нужно спасать этих вот гримасиков прикольных. Вот тут вот рыба какая-то стрёмная есть. Вот я вам покажу, типа, варианты, которые мы можем... использовать. Ну, давай выберем голову. Так, он снимает голову свою, бросает эту рыбу, она съедает голову и уплывает. И тем самым он, получается, спасает эту девушку. Но он без головы. Ой, смотрите, она у него просто выросла. Ха-ха, класс. Мэджик, ребятки, это реально мэджик. Хорошо, погнали, следующий уровень. Парниша на инвалидной коляске, она его сбрасывает в эту яму и смеется с него. Так, мы выбираем коляску. Ну, походу, что, ребят... Это неверно, она сейчас просто его затопит. Да ладно, все. Ему крышка. Ну, здесь даже если вы выбираете неверную анимацию, ну, неверный вариант, вы смотрите одну анимацию. Когда вы выбираете верный вариант, вы смотрите другую анимацию, ребят. Ой, слон придет, сейчас нас спасет, да? На, получи. Отлично. Слоник нас спас. Какой хороший, миленький слоник. Бонусные уровни. Нет, спасибо, не хочу. Я пока что проходить бонусные уровни. Так, что-то здесь... Смотри, он варит себе бульон. А эти, короче, пробегают и падают нам, ребятки, в бульончик. Утка падает, короче, все падают. Так, и эта девушка, да, сейчас подходит. Она упадет нам сюда в бульон или нет? Давай выберем крысу. Ой, не нужно было выбрать крысу. Нужно было выбрать что-то другое. Ой, сейчас эта крыса, наверное, будет мега какая-то... Ядовитая или что? Голову откусил. И кинул сюда в бульон, ребятки. Но это было неверно. Давайте мы еще посмотрим анимацию, что будет, когда мы поступим верно с вами, да? Можно здесь как-то промотать по берегу там? Нет, к сожалению, нельзя, ребятки, промотать. Ну ничего, мы сейчас выберем с вами верный вариант на этот раз. На этот раз мы выберем, ребятки, не крысу, а птичку. Давай посмотрим, что будет. Птичка подлетает. Он съедает птичку. И все? Ничего себе, он сейчас лопнет. Он взорвался. А почему так? А почему, ребятки, я не понял.
Let Fight Open World, и пусть будет этот парниша, который уже выбран. Ребятки, давайте мы за него сыграем, так прокачаем немножечко ему еще урона. Ребят, напишите в комментариях, какой у вас уровень в этой игре. Так, держи леща Лещинского. Слишком громко, да? Еще леща. Он такой мелкий, да, но он довольно-таки силен. Да ладно, бой с боссом. Лови. Бум. А, он только одного уничтожил? Кулаком только одного уничтожил, или что? Ну ладно, будем, ребятки, значит, прописывать Лещинских. Представляете, вот за этого паренька, вот, чтобы проходить уровни, ребят, можно реально за день столько уровней пройти, что это просто капец какой-то. У нас, по-моему, 230 уровень. Бум. Бум. На, получи. Всех раскидали. Я люблю сражаться с боссами, потому что вот эти вот обычные мобы, они очень слабые. Смотри. Давай кулачком всех троих. А, нет, не получилось. А вот так вот. Магией своей, да? Магией своей замочил, ребят, всех. Хорошо, давай поменяем бойца. Так, выберем себе другого агента какого-то прикольного. Допустим, пускай это будешь ты, гигантище, ребятки. Выбираем этого гиганта. Прокачаем ему еще немножечко здоровья. Смотрите, какой мощный. Первый удар он сам наносит. Второй удар он сам наносит. Я еще ничего даже не нажимал, смотрите. Босс. Но босса пришлось лупануть раз. Один раз, ребятки, я нажал, и все. Один единственный разочек. Мощный агент. Смотри, снова ничего не делаю. Вот мои руки. Смотри, он подлетает, бьет. А, больше не бьет. Он только бьет, получается, один раз. Шкибери, шкибери, шкибери. Так, подходит босс. Так, ставим блок. Мы когда ставим блок, мы не бьем. Но с первого удара, ребятки, 3 с чем-то тысячи урона нанес, и этот агент был уничтожен. Chainsaw Clash, ребят, это у нас уже 21 уровень. Смотрите, у нас в одном пареньке 24 штуки. 26. Класс. Так. Ой, каких здесь реально много будет. Так, нажимаем на TNT, но TNT нам вообще не страшна. 24 паренька мы довели, ребят, с вами до конца. Представляете? Так, вот тут у нас еще их целая куча. Давайте мы объединим зеленых. Так, вот еще 12 у нас имеется. Так, 7. Хорошо. Смотрим, ребятки, что у нас получится. Так, у нас получаются вот такие вот монстры прикольные. Так, можно еще даже лучников купить. Вот у нас есть еще здесь парочка лучников. Так, этих можем объединить. Кстати, какой-то новый лучник получился у нас. Let's go. Let's fight. Ну, у нашего противника какие-то лучники помощнее, чем у нас, но зато у нас, ребят, реально пехота очень мощная. В этой игре я, скажем честно, ни разу не смотрел рекламу, потому что мы можем до финиша довести очень много бойцов. Ребятки, вот эти вот 28, что я довел до финиша, это не максимальный результат. Можно было бы намного больше довести, сейчас мы постараемся это дело немножечко исправить. Смотрите, мы можем их просто обойти. Мы можем ни с кем здесь не сражаться вообще. Смотри, у нас уже 22. Ну, 20, хорошо, 20. Сейчас вот еще возьмем парочку штучек. Так. 20, еще 21 паренька, ребятки, довели до финиша, представляете? Так. Хорош. Так, еще парочку. Так, сюда. Сейчас мы еще этих пообъединяем, ребятки. Так, зеленый. Угу. И пока что все. Можно еще одного лучника подкупить. Let's go. Но я вижу, что сейчас у противника, ребят, тоже, в принципе, пехота неплохая. Конечно, наша, наверное, пехота сильнее. Ну да, конечно, сильнее, ребятки. И мы снова с вами побеждаем. Cube Crusher 3D, ребят, let's go. Игра очень прикольная. Смотрите, сколько вот здесь вот блоков, какая здесь нумерация, столько человечков выбегает. То есть, ребят, с этой стороны выбегает 13 человечков. Целых 13, представляете? Это довольно-таки много. И нам нужно разбивать вот эти вот блоки, которые здесь скатываются. Также, ребятки, вот смотрите, когда здесь в ряде все заполненные клеточки, получается, они приплюсовываются. Смотрите, видите, вот четверочки сейчас приплюсуются.
Хорошо. И чтобы нам здесь выиграть, эти блоки не должны зайти за белую линию. Снова приплюсовываем. Как много за человечков, да? Смотрите, тинтишечки. Бум-бум-бум. Бум-бурум-бурум. Двоечки приплюсовываем с вами. Это очень классная игра от разработчиков, от Вуду разработчиков. Ну, от компании Вуду, ребят. Это очень классная компания. Так, еще немножечко приплюсовали с вами. Так, 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 так. Давай сюда поставим парниш. Сюда поставим единичку. Бонус атак. О, бонус атак, это желтенькие выбегают. Угу, давай сюда вот. И все. Вот, ребят, мы с вами, в принципе, с легкостью проходим третий уровень. Я хочу пройти еще и четвертый уровень. Я обычно по два уровня, ребятки, играю в этой вот игре. Проходим два уровня. Они проходятся очень быстро. Ребят, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайкосик. Вам не сложно, но мне будет очень и очень приятно. Какие-то розы... А, погоди, это какой-то... Это бонусный уровень? Да, ребят, это бонусный уровень. Хорошо. Давай, давай, давай. Бонусные уровни я люблю. Так, плюсуем, ребят. Еще плюсуем. Нам нужно больше вот эту вот сторону, ребятки, выбивать. Вот. Ой-о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 й. Так, бьем вот эти вот блоки. Видите, как бы они... Они пробили, получается, мою белую полосу. Но все равно мы не проиграли. Я не знаю почему. Я думал, что мы тогда сразу проиграем, если они пересекут эту линию. Но нет. Так. Еще объединяем. Так, бонусная атака. Есть. Так, еще вот сюда вот бы что-то поставить. А, все, ребятки, мы снова выиграли. Crazy Parking, ребятки. Нам нужно здесь аккуратненько повыезжать машинами. Ну, без проблем. Так, ждем и выезжаем. Это у нас, кстати, был 22 уровень. Здесь, кстати, есть бонусные уровни, ребята. Они такие крутые. Мне прям очень сильно они нравятся. Так, выезжаем, 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 выезжаем. Если бы я немножко медленнее это все делал, то никто бы ни разу не пикнул бы. Ну, я по-быстрому, ребятки, хочу проходить эти уровни. Смотрите, прям мега быстро. Ну, здесь всего-то на всего 4 машины было. 24 уровень. Ребятки, первые какие-то уровни были сложнее. Давайте мне уже какой-то бонусный уровень. Я надеюсь, что он сегодня будет. Бонусный мега-мощный уровень. Так, выезжаем сюда. Все. Машинки поразъезжались. И мы с вами за каждую машинку получаем денежки какие-то. Что за эти деньги будем покупать? Пока что, ребятки, еще... Ой, врезались немного. Пока непонятно. Ну, я думаю, что, скорее всего, мы с вами можем... купить за эти деньги новые скины. Новые скины машин. Так. Все. Смотрите, это 27 уровень. Давайте пройдем хотя бы до 30 уровня. Если не будет бонусного уровня, будем открывать другую игру. Так. Это сюда. Этому немножечко отъехать нужно было. Угу. И все. Вот теперь они выехали. Так, еще два уровня. Я надеюсь, что на 30 уровне мы получим бонусную миссию. Так, выезжай отсюда. Угу. Дальше, 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 дальше. Отъезжает немножко. Так. Все, отлично. Ну, здесь... Немножко пришлось подумать, ребят. Подумать пришлось. Так, 30 уровень, ребят. 30 уровень. Все. Так, пожалуйста, бонусный уровень. Я умоляю. Дайте мне бонусный уровень. Да, блин, ребят, никакого бонусного уровня нету. Ладно, открываем другую игру. Crash Master. Очень крутая игра, ребятки, где нам с вами нужно будет размочить вот эту вот фуру. Смотри. Все, мы проиграли. Так, а давай мы немножко быстрее пролетим. Так, пролетаем.
Блин, мы лишились, ребятки, нашего груза. К сожалению. Так, погоди, здесь у нас есть звук машины. Я хочу, чтобы вы его слышали. После каждого уровня мы потихонечку открываем новые машины, но также мы вот вращаем колесо фортуны и выбираем машину, за которую мы будем играть. Так, сейчас будет, видите, другая машина. Так, можем прокачать. Есть что-то? Так, у нас довольно-таки много... Так, она у нас, кстати, очень круто прокачана. Ой-ой-ой. Бум! Бум! Это она мне так сильно пока... Ой, да ладно. Ребят, мы засели. Мы засели, делаем рестарт. Либо игра заглючила, либо что, я не понимаю, но мы... Мы очень сильно прокачали эту тачку. Она прям перелетает ограждение, ребят. Поэтому немножечко аккуратнее нужно ехать. О, да, это был реально какой-то глюк тогда. Смотри. Сейчас сделаем котлетку. Сейчас мы из этой машинки сделаем просто котлетку. Котлетуську. Но она, ребят, очень мощная. Смотрите, до трактора доехали. Еще один уровень, и мы откроем себе новую тачку. Так, давай колесо фортуны. Так. Я, конечно, хотел бы на фуре еще раз проехаться, но ничего не поделаешь. Так. Бам-бам-бам. Минус двери. Минус двери, и немножечко она помялась. Эта тачка. Ее еще можно прессануть. Так, давай бампер. Немножечко бампер подровняли. И тогда мы доехали до трактора, да? Ну, эта машина не такая мощная, как та. Так, и у нас новая тачка. Отлично. Я надеюсь, что мы сейчас за нее будем играть. Ну вот, тут получается две этих тачки. Да, отлично. Вот мы за нее и играем. Нам повезло. Так, давайте мы кое-что прокачаем. А, все, денег нету. Она довольно-таки медленная. Ну, понятно, она же еще не прокачанная. Так, давайте-ка мы ее тоже немножечко спрессуем. Бум! О, щищ. Так, все, она уже не едет, ребят. Она уже тупо стоит. Хорошо, давай еще раз попробуем. Еще одну жизнь за эту машинку мы сыграть. Попробуем. Просто бамперы спрессовали. А, бедная машинка. Бедная машинка, она уже очень медленная стала. Давай. Отлично. Так, зад. Зад спрессовали, ребят. В этой тачке. Но зато уровень мы все-таки прошли. Baby Craft Hide and Seek. Ребятки, мы играем за вот этого вот свина. Хрю-хрю-хрю, я сейчас всех поймаю и съем. Здесь, в принципе, 6 пареньков, которые нам... Ну, точнее, я и еще 5, которые помогают мне их ловить. Всех. Так, мы уже 3 замочили с вами. Их осталось еще 8. Так, здесь и радужные ребята ходят. Так, вот, вижу еще один. Есть. О, вот где вы все, да? И где-то вот здесь вот еще один был, а его остановили. Еще остался, ребятки, один парниша. Нас 6, и мы должны его поймать. А вот и он. Бежишь, бежишь, но от меня не убежишь. Ребятки, посмотрите, какой свин, сколько у него глаз. Как же много у него глаз. Этот монстр из кого? Из Garden of Banban? Сейчас мы, ребятки, можем их только отталкивать. Но также... А также можно брать оружку. Вот видите, мне повезло, я сразу выбил оружку. Так, привет. Привет, монстр. Давайте мы его съедим. Получи. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это нам на время оружка дается. Так. Можно эти блоки как-то ломать? Ребятки, оружка дается только на время. Вот еще. Меч. Ну ладно, идем замочим эту маме. Так, хорошо, мочканули кого-то. Арбалет. Маме, привет. Есть. Вот еще оружка. Так, их 2, ребят. Их еще 2 осталось. Где вы? О, свин, привет. Есть. Еще 1. Так, нам нужна оружка. Так, есть 5 секунд.
там мы здесь в любом случае мы бы выиграли, потому что либо мы еще бы одного того добили паренька, либо просто еще 5 секунд. Отлично, две победы, две катки, две победы. Ну, давайте еще закрепим третью каточку. Так, снова убегаем, но сейчас у нас это уже не лабиринт. Это значит, что будет очень и очень легко. Ребят, смотрите. Минус свин. Так, давай. Так, время закончилось. Но здесь очень много оружия, ребятки, в коробках. Так, давай. Может быть, мочканем, успеем? Успеем двоих? Не успел, ребят, наверное, что пропало оружие. Beach Buggy Racing, ребятки, нам нужно с вами выиграть в гонке у этой вот девушки. Я хочу вам сказать, что играет она очень и очень круто. Так, let's go. Поехали. Так, сейчас, может, мы как-то ее лупанем. Да, блин, крабик. Так. Турбо. Можно как-то еще, наверное, ее подбить. А ну, подобьем? Нет, смазали. Так, ну пока что мы, ребятки, с вами, ну, отстаем немного от нее. Костер какой-то, блин, врезались в него. Так, в цветочки главное тоже не врезаться, потому что цветочками она нас, получается, останавливает. Только не говорите, что я проиграл. А, нет, у нас есть еще один круг. На. Ребят, я не знаю, как ее обыграть. Она очень круто играет, эта девушка. Так, турбо. Что, крабы бегают какие-то, ребят? Мы, конечно, немножечко оторвались от нее, но у нас есть еще, ребятки, все шансы на выигрыш. Так, где она? Я ее уже не вижу, если честно, она уже под финишем, походу. Нет, все-таки, ребятки, не получилось нам ее обыграть. Я не знаю, как ее обыграть, но просто, чтобы приступить к следующему этапу, нам нужно как-то это сделать и выиграть ее. Сейчас мы с вами поиграем в игрушку My Tom. Но единственное, ребятки, это то, что у нас очень много денег. В этой вот игре мы можем купить себе все, что угодно. Первый эпизод мы с вами прошли, но их здесь, ребятки, имеется очень и очень много. Так, смотрите, мы можем пойти в магазин, любой магазин, купить себе все, что угодно. Так, погоди, вот, смотри, тут у нас что-то даже бесплатное есть, но это за интернет. Так, вот, давайте понабираем кучу еды. Как я уже сказал, у нас денег очень много. Так, это сладости. Так, ну денег как у нас очень много? У нас 100 тысяч. Так, пока что это все недоступно нам. Эти другие магазинчики, смотрите, давайте он хорошенько покушает. Все, он поел хорошенько, сейчас он сделает все свои дела. Да. Он говорит, эй, ты что подсматриваешь, да? И мы можем сыграть какую-то игру. Так, ну какую? 2048 давай сыграем. Так, 2048. Это прикольная игра, 2048, ребят. Мне такие игры нравятся. Так, хорош. Смотри, какой классный у нас результат сейчас будет. Так. Можно, в принципе, долго играть, вот, ребят, в этот 2048, я вам хочу сказать. Так. Отлично. Так, давайте-ка мы объединим эти, наверное, 32 как-то. Так, ой-ой-ой, неужели я скоро проиграю? Остается всего-то нам всего несколько движений. Но игра не дает нам, ребятки, проиграть. Она нам просто не дает проиграть. Смотрите, все, мы проиграли.